Привет, привет, родной Воронеж! Ну что, чемпионы страны у нас в городе. Сегодня нас ждет прекрасный тяжелый матч. Все надеются, все верим. 1-0 победа факелам. Но я хочу, чтобы сегодня факел выиграл за счетом, 2-1. Давайте объективно, очень тяжелый матч. Команда попала чуть-чуть в небольшую яму, но мы много лет на трибунах, как и говорится, зимой и летом, и в стужу, и в зной. Верим только в победу. В нашей ситуации только победа. Верим в парней. Факел чемпион. Воронеж лучше всех! Будем бороться! За этим матчем будет смотреть вся страна. Мы сегодня тоже пришли сюда поддержать наш клуб, нашу команду. Весь город сейчас здесь. И очень важный матч. Мы верим в победу. Факел победит. Играли понаглей, побольше обыгрывали и били по воротам. 3-2. Великолепный нападающий Виталий Сафронов. Лучший ворот факела в высшей лиге. 80 матчей за клуб. 26 голов. Множество красивых и решающих. Карту члена Союза ветеранов торжественно вручает легендарный Аганай. Честно, в шоке, конечно, все как вчера было, поэтому приятные воспоминания. Одни из лучших годов были в этом, как раз на этом стадионе. Ну что, удачи, вот хорошие игры, будет хорошая игра, будут победы. Oh!
И, судя по всему, офсайд. Гол отменен. Марков забил пенальти, я плакала от радости. Была очень напряженная игра. Мне сначала казалось то, что уже проиграли, шансов нет, а потом я все-таки оставалась, я верила в то, что все изменится, мы перевернем игру. И так и случилось. Несмотря на то, что забили второй гол, наши пацаны не сдались и добились этого пенальти. И забили гол, который принес нам ничью, и очень важное одно очко, чтобы остаться в российской премьер-лиге. Мы за них болеем, они бьются за нас, за каждый метр на поле наш факел. Поэтому мы всегда с ними в любой ситуации, проигрывают они, выигрывают, мы всегда с командой. Только факел, только победа.